Ну все, дамба обвалилась. Подмыто хорошо. Счетные минуты, иначе не избежать беды. Так в селе Черемное под командованием главы сельсовета силами сельчан прошла операция по спасению прорвавшейся дамбы. Завозили, укрепляли, отсев сахарный завод давал, помогал. Песок, отсев, вот бут со школы, все, что можно, укрепляли помаленьку. Ну вот это, соответственно, все было промыто, засыпали, успели, забутили. 5 единиц тракторов. Леша там носится, щиты этот, на ферме быстро сбили. Вот им щитом перегородили. Прям жизнью, люди жизнью рисковали. Да, вот Борис, да, вот да, этот да, парень, да, который на МТЗ ехал, вот ему надо орден дать. Он рисковал, вот едет, там льется, все сыпется. Вот маленько, его только колесо вот его понесло, он выкрутил. Еще бы ничего бы, и, он бы там был бы, кювете, вот так бы. Вода хлынула 6 апреля рано утром и подошла критически близко к дому Валентины Фадеевой. Вода возле дома, вокруг. И здесь везде вода. Я вообще воды боюсь. Так это, вот, хожу по этой, по плотине. Вот. Он подъезжает: бабуль, ты все еще не спишь? И, да я не усну. Вот. И все. И вот дай бог здоровья ему. Дамбу еще в прошлом столетии для своих нужд построил сахарный завод. Здесь труба 60 лет назад была монтирована еще при, ну, при наших продавцах, при бабушках. И она просто-напросто от времени разрушилась. И внутри полотна она стала размывать очень быстро. По словам мужчины, если бы в село зашла вода, ущерб был бы значительным. Затопило бы и жилые дома, и лесхоз, и животноводческую ферму. Убирать конструкцию не вариант, подчеркивают жители. Село останется без воды и повысится пожароопасность. Уважаемый Виктор Петрович, наш глубоко уважаемый губернатор, мы вас очень хорошо вас уважаем. Личная просьба, помогите нам, чем можете. Нам нужно дамбу укрепить, сохранить. И если есть возможность, даже как-то шлюзы поставить, чтобы регулировать воду. А то тут вообще хотят ее убрать. Мы ее, ну, нет, помогите, нет, пожалуйста. Убирать нельзя. А пока жители села ежедневно следят за уровнем воды и планируют укреплять конструкцию дальше, насколько им позволят средства. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.